Юбру, с вами я, Мигу, и это долгожданное возвращение рубрики «По пряткам в Майнкрафте» с модом на One Piece. С новым названием Hunter Peace, которое придумал вот этот вот подписчик. Спасибо тебе, братанчик. Ну и вот, лучшие комментарии из предыдущего ролика. А если ты хочешь сюда попасть, то напиши обязательно под этот ролик самый крутой комментарий. И ты, именно ты, обязательно попадешь в следующий ролик. Как вот эти счастливчики. Теперь возвращаемся немного к рубрике. Мы с моей командой очень хорошо постарались. И теперь внимание. Это лучшее, что мы делали, ведь мы построили свою кастомную локацию для пряток. Что я вам и обещал в предыдущем ролике. С различными пасхалками, мемами, телепортами, невидимыми блоками, секретными дверьми и всеми видами дьявольских фруктов для охотников, которые теперь не ломают абсолютно никакие блоки. Мы пофиксили эту проблему. В общем, друзья, карта мега огромная. Мега детализированная и мега качественная. И если вы хотите на ней поиграть и получить к ней доступ, то welcome my Boosty аккаунт. Ведь именно там выходят все кастомные секретные моды, сборки, карты и другие топовые ништячки именно для вас, которые вы нигде не найдете. Ну а мы давайте уже погнали прятаться, а то мало ли охотник нас уже сейчас найдет. Let's go! Ну что же, друзья, это видеоролик по пряткам в Майнкрафте под названием рубрика Hunter Peace. Друзья, мы его вот так вот назвали. Мы собрались вот такой вот дружной командой. Нас 8 человек. И я, Ника Гоу, Ричи, Мах-12, Микей, Арт и кошка. Ну ладно, Догофи тоже никого с нами. Никого не забыли? Да, он в камуфляже, его не видно. Oh yeah, Mr. Krabs. Друзья, немного расскажу вам об особенностях карты. На карте есть невидимые прозрачные блоки, секретные двери, секретные люки и рычаги, а также невидимые лестницы. Нычек на карте огромное количество. Также мы добавили, что на карте можно ложиться. Это огромный плюс. И чтобы охотникам не было так тяжело нас искать, мы сделали маленькую поблажку. Что раз в одну минуту на карте все игроки абсолютно все подсвечиваются. И охотники могут увидеть всех на карте на несколько секунд. Таймер с отчетом времени есть у нас над головой. Теперь вы понимаете, насколько мы сильно запарились над этой картой. Ну, у меня в принципе все. Смотрите, как мы круто веселились и играли на ней. Друзья, мы начинаем наш первый раунд, и сейчас я вам сразу объясню. Карта от нас прям настолько хороша, что, ну, вы увидите почему. Это как прям в CSGO маньяк настоящий. И у нас еще дьявольские фрукты, и сейчас какой нам выпадет, и кто вообще маньяком будет, решит рандомчик. И маньяк у нас... Никого. Ну, тебе даже превращаться не надо будет. Магу Номи. Он нас издалека может шотить, поэтому будет очень. Так, а мы заходим в эту комнатку. Начать играть я нажимаю, и сейчас будет жестко. Let's go! Где мы, блин? Let's go! Куда идти, куда бежать? А я не помню свои нычки. Я вообще ничего не помню. Я вообще ничего не знаю. Ой-ой-ой. Ой-ой, не, ладно, тут. Молча, братва, где ты? Погнали. Вот, давай. А че я прыгаю тут? Иди за мной. По-моему, короче. Осталось 13 секунд. Вот, уходи отсюда, это моя нычка, уходи отсюда. Это моя нычка. Уходи отсюда. Да. Ну, и потом в жопу кошки можно залезть, ну, ладно. Все. Меня очень тянет на собак. Все, тихо. Охотник ищет, друзья. Вот мы сюда. Видим, кстати, маньяка. Ты нас видишь? Вот сюда. Никакого. Вот сюда. Вижу. Нет, не вижу. Все. Может, кстати, выйти из нычки пока что. Я, в принципе, его вижу. И толкайся. Ладно, иди попасться ему. Ой, я вас вижу. Ох, щит. Друзья, вот сюда. Витя, беги. А кто из них он вообще? Он белый, никого. Кастомная моделька. Давай. Вот теперь он мини-шпендик. Вот лучше. Вот сюда, вот тут вот тоже. Да, тогда, слишком высокий. Я просто не могу понять. Я его не вижу. Друзья, ну вы видите, насколько проработанная карта. То есть вот так вот. Его видишь? Вон он. Вы видите, да, вот это вот.
А я его не вижу. Я вижу. Уф, а я вижу. Вот это белое пятно. Вы его видите? Я его не вижу. Я вижу. О, он тапнулся на хромаке. Что? Нет, его не вижу. Это читы. Я вот сейчас за ним слежу. Он тебя подсветил. Я тут бегаю просто. О, я вижу этого тьмошника. Он просто ходит, ему пофиг. Я не просто хожу, я кого-то ищу. Тут очень большая карта. Нет. Карта слишком большая. Да, карта. Ну, давай, давай. Ой, я там что-то снес нечаянно. Поэтому времени много. Run. Фух, стрёмно. Нет, нет. Стрёмно. Ями, гоу, нет. Ями, нет. Беги. Ай-яй-яй-яй-яй. Обидненько. Виктор, надо было спасать. Помогите, ребята. Я бегу со скоростью света полетел. Я молния. Готов? О, да! Маквин готов! Где он? Он рядом? Я смог убежать. Потерял. Что? А, или да, или нет. Нам везет, что мы тебя видим просто. Да. Я его не вижу. Я убежал. Все нормально. Ты как нашел? Так ты дебил, я вообще-то не маньяк. А ты че убежал, идиот? А чё, все подсветились, когда я сюда перебежал? А чё Витя убежал? Я не знаю, вот он тут ходит. Он конченый, он меня увидел и убежал. А маньяк-то никого вообще-то. Он умер сразу! Он убил его! Ты не убежал, уже это ты, типа. Остановите, Витя, Витя, надо выйти. Капец, ты локацию нашел. Я вообще чисто случайно сюда попал. Мы можем подсвечивать, вот, использовать способность, вот. Допустим, я сейчас подсветить всех могу. У нас это как плюс, баф. Ну чё, пока нашли только слабачка, уже не Виктора. Соло давно. Опа, опа, вижу кошку. Кошка, кошка. Иди сюда. А, нифига. Минус один. А, нифига себе, ты у меня невидимая стала. О, ты у меня невидимая, ты у меня пропала. Ой-ой-ой. А чё, кстати, а почему люди пропадают? Пропадают? Да, она у меня такая, типа, синяя. Ты невидимость юзаешь? Нифига ты тут я не обустроился. Ну это стелс. Я вообще, я говорю, это моя квартирка, в принципе. Вот тут вот это нормально, так сидеть можно. Еще блин страшно. Да. Осталось чуть больше 2 секунд. А, минут. Что о, это? Затили все. Я уверен, что и мышцы. Видела! Беги! Я пробежал! Я просто на перерез к нему побежал. Слушай, тут лестница. Давай с тобой. С тобой вдвоем. Come on! Let's go! Быстрое перемещение. А он просто из угла выходит. Будь здоров. Сзади. Ой-ой-ой. Это что такое, ребята? Это что за покемон? Кажется, мы в мире Майнкрафта. Давай тут посмотрим. Ладно, это я знал, эту нычку. Самая лучшая нычка. А ты его не видишь? Ой-ой-ой, никого, куда ты прыгаешь? Стоп, вот тут вот, по-моему, что-то. Знаешь? Если нас тут не найдут, это будет имба, мы тут будем каждый раунд, короче, с тобой сидеть. Сэр Вульф. Я не могу до сих пор, я бегаю, я не могу найти на третий этаж вход. Ну, если что, я переделал волчонка. Кота не надо трогать. Он, кольцо-то все власти у нас. Да, игра окончила, победили, ура, победа. Не, ладно, давайте в натуре 2 маньяка сейчас будет, тоже определит рандомчик. Второй раунд начинается. Смотрите, сейчас будет решать рандом, кто будет 2 маньяка. Первый из них будет Пейтон Ричи. Микки, давай присоединяйся. А следующий, ставьте свои ставки, кто? Микки, присоединяйся. Мне кажется, будет это Арт. Все остальные в зеленую комнату, бегом. Сейчас. Так, фрукт, дзики но ми, а тебе какой? Где он вообще? А он бесполезен без металла, он вообще ничего не умеет вроде. Ями. Ями был самый бесполезный. Блин, в смысле самый бесполезный? Нормальный фрукт, наверное. А есть железо для него. Напомните, как ему пользоваться. А, мне нету. Все, начать играть, нажимаем. Охотник ищет, мы спавнимся. Я тебя презираю, понял, как человек? Микки, да, сдай мне его, я тебя трогать не имею права, ты волчок. Да он на алтаре. Ай-яй-яй, никого! А где? Телепорт? Я не помню.
Я не помню этот телепорт, а где он? Там он, ищи где-то там. Где-то там, короче, где-то там. Ой-ой-ой, а что? Ой-ой-ой. А куда мы? Оттуда выхода нету. Оттуда выхода нету. Кто там уже? Иди сюда, спокойно. Ой, извините. Я как-то случайно прячусь на ходу прям. Я просто делаю так. Ой-ой-ой. Ой-о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 й-
Быдло! Да-да, я! Ой, Пашка! Ой, какой красивый молодой человек! Я что-то сам себя нахожу только. Но Гофер, я знаю, где он вот тут вот. Бляха! Не надо, беги. Я бегу! А, у меня фрукт нерабочий! Стой! Беги! До свидания! Чего ты выйдешь? О! Куда он? Да он, короче, в картинах в YouTube был, я испугался вообще. Откуда Ями Гоу узнал? Ями Гоу все знает. А куда он исчез? Стоп, он... Идите, нормально? А, вот он. Он сейчас речь поможем. Где ты? А как туда попасть? Ты как туда попал? А вот так вот. Понял, алло. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Как он тут... Короче, Витя там где-то наверху, на втором этаже, на какой-то нычке. Я, блин, нечаянно на хромаке тэпнулся. А кто жив? Сколько можно, ёб твоим? Ха-ха, до свидания. До свидания, до свидания. Да, непонятно, как где начать. Нормально, кто остался в живых? Вия, Дима? Не знаю. Алло. Блин, надо будет звук. Ну такие. Лежит в туалете. Вы, кстати, я Мигов всех убил, по-моему, нет? Нет, я никого убил. А, ты одного убил. Ну, киллер убил. Да мне я один вообще всех затащить мог спокойно. Чё тут двое даже не нужны, по сути. Все, игра окончена, победили охотники. Ну, друзья, третий раунд и, наверное, заключительный. Может, нет, я не знаю, еще посмотрим. Друзья, это у нас какой? Третий раунд начинается. Сейчас будет решать рандом опять, кто же маньяк. Опять Личи? Не хочу я. Давайте переигрываем. Окей, окей, если он сам отказался, можете отказываться, кто не хочет. Марк 12. Виктор, это твой шанс. И кошка, ну нормально, два разных. До кофе не судьба, Ой-ой-ой, это кто? Юкинами. Нормально, снег. Че, хаджина? Юкинами. А у тебя че? Суна. За мной, Дима, иди сюда, назад. Да? Нет. Ну как хочешь. Никого, иди сюда. А куда я попал? Ну все, тут в принципе нормально, да? А куда я попал, тут все зеленое? Помолиться можно. Он попал в хромакей. Я куда я попал, подождите. В хромакее. Как там отсюда вылезти? Телепорт есть. А вы что все за мной, вот сюда. Отстань. Иди сюда, сюда. Вот сюда. И вот сюда. Офигеть! Двойная, да? Да, все мощно. Они вообще не найдут ее. Можно тройную сделать. Да, можно вообще тройную было спокойно делать. В постельку. Заберите меня, пожалуйста. Я пропустил. Так, у нас кошка и Виктор. Погоди, отойди, я покажу зрителям. Друзья, на чё отсылка, напишите в комментариях. На Wednesday. Да, напишите в комментариях тут отсылочки. К чему это вообще, Я сейчас умру. На чего? Давай сюда назад. От стресса. Все, сидим пока что здесь. Дело в том, что я не нашел нычку. Согласен. Смотри туда. Почему я только одну? А, вот она. Я вижу, она рядом с нами прошла. Я в такой тупой нычке сейчас сижу, вообще ужас какой-то. У нас 10 секунд, слышишь? 10 секунд. Чего? Она такая, чего? 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 Да ну! Чего? Где? Нет. Чего?
чё? Там телепорт, видишь, там телепорт, там телепорт какой-то. Они не знают, что тут телепорт просто есть. Чё там за кучка мусора? Там кнопку, кнопки берёшь, берёшь, короче, по коридоре. Да-да-да. Я телепорт сюда. Мы уже убежали, кошка. В каком коридоре? Вы там сверху, что ли? Там в столбе есть. Это опасно сейчас было, мега опасно. Вообще, вообще. Я думал, на УГГ. Ну, в любом случае, они бы нас не нашли. Надо было, знаешь как, вообще, вот тут, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и вот на этот момент. Да, в разные ямы. Да, да, да. А, ну все, они далеко, можно бегать. Все, где-то вот здесь вот должна быть. Беги, 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 беги. Там Витя? Они за мной вдвоём! Да нет, там нету никого, чё ты? Они на первом этаже, они на... Он на первом, Дима на первом бегает. А, реально? Ну интересно, они меня вот так вот заметят? Ну-ка, тест. Возможно. Тест, тест. Ну так вообще не видно со стороны. Ты это видел, да? Да, я убежал. Не, вот это чисто протестить такие вот нычки. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Ой. Почему у меня Витя на Диме? Ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой. До свидания, Василий. Ну куда ты? Куда вы, ребятки, куда вы? Бегите, бегите, идиоты. Они втроём здесь. Перечеркнуть наше место. А как? Я успел свою нычку забежать. Я в телепорт, я успел в телепорт этот. Куда? Ребята, напишите в комментариях, я Мегоу самый опасный на Диком Западе, это 100%. Я просто через них двоих пробежал. Что происходит? Что происходит? Что происходит? У вас фрукты есть, не забывайте, вы фруктами их можете находить, и у вас фрукты типа уникальные. Он тормозил, да, он тормозил. Через блоки можете проверять и сушать, там стрелять. Что сейчас было, кот, не делай так. Это жесть. Я могу их подсветить, кстати. Не надо. Я подсвечу, сейчас все будут... Что случилось? Что случилось? Что делает? Что делает? Направо пошел. Просто на ковре бегает. А я их на ванну травил, к вам прибежал. Темнота это не поесть. Никакого, ты что, синий? Это потому, что воля работает, наверное. А, да, кстати, из-за воли. Нас нету. Нас не догонят. А ну что, давай отсюда отбегаемся. А, побегай сейчас. Они бегать не умеют просто. А? Друзья, теперь у нас, короче, два новых маньяка. Это Арт, у него фрукт Пика-Пика, и Докофи, у него фрукт Гасу-Гасу. Хавайте. Как я билки взять? Ну вот это, короче, мы тут прятались, Витя. Как отсюда? Надо другую. В смысле, просто уходить. Чё мы там выходим через? Три, два, один. Я не помню, вот здесь. Готовьте булки. У нас тут это, гигачат бегает, вот его не осилю, наверное. Его сложно будет осилить. В смысле, я чё по-твоему слабать? А ты не гачат. Привет. А, тут закрыли. Да. Да, он в другом месте. Шарики, игрушки, иди. А, иди сюда. Пройти не могу! Кто там этот документ? Я пройти не мог, он не тот был! Вот это нифига себе он догадался. О, сука, а чё за арт гигачат настоящий? В смысле, он не двоих убил? А он вас двумя ударами просто кликнул. Какими двумя? Он один сделал. Не, он два раза кликнул. Чё за взрыва со самолёта? Никогда не убивал. Арт гигачат настоящий просто выносит челов. Не чувствую. Блять, вообще, это чёртов никого. А, Дагофи грыза, он через блоки бьёт. И там ещё? Там я. А он сломал? Он сломал? Да, я починю сейчас. Я учу его сломать. Дагофи, не ломай блоки, блин. Вы же сказали. А картины-то ломаются. Друзья, последний финальный раунд мы решили записать, потому что множество локаций мы не посмотрели. Мы просто в одних и тех же местах, кстати, бегали, я заметил. Мы вообще абсолютно в некоторые не забегали. Ну ладно. А сейчас давайте рандом маньяка. Микей, он у нас не был, так что он будет. Кошка рандом. Нет, только я. Все остальные в зеленом. Она убьет всех. Гору-гору. Я понял. Мага-мага и гору-гору. Мы сюда в эту сторону вообще не ходили. Я, по-моему, знаю. А, сюда вообще
все пришли, да? Вот тут, да. Вот сюда, вот тут. Я тут прятался. Да? Я тут, видите, вот так вот поворачивался. Здесь где-то еще есть. А, вот-то сюда. Где? А вы что сюда все пришли? Да го, почему бы нет? Нормально, вообще вся тима в одной миске. А давайте по приколу, кого убьет из нас. Давайте, сидим. А, подожди, а мы друг друга выталкивать можем. А, да, кстати. Нам страшно присутствовал в создании этой ныне. Подожди, если там есть выход, значит там... Тихо. Да. Тихо, а вы чё сюда в угол-то забились? Кто первый, тот умрет. Идиоты, тихо. Нет, ну, я не понимаешь никого. Да еще никого, мы все в одной миске сидим. Чё, нашли кого-нибудь? Чё, ты был убит кошкой? Забайтил. Кошка даже своих убивает. Да я забайтил просто, У меня скорость уменьшилась. Хорош, ну ладно, все, видим, ты сдох. А мы сейчас, кстати, подсветимся. Мы подсветились. Чё такого-то? Чё такого-то, да? Тарики, игрушки. Там три входа, я тебе больше скажу. Бегу! Ника, как так? Да там... Шаночка, три входа есть. Вот это жёстко. Ты меня убил. А, она горит. Всё, нормально. Так ей и надо. Говноеда, а. Вот, теперь мы его убили. Я же не специально. До свидания, кошка. До свидания. Окей. Ой. Как она меня догнала? Да ну нафиг. Ну что же, друзья, вот и ролик подошел к концу. Мы с моей командой круто провели время, ведь данная карта очень интересная и веселая. Напоминаю, что получить вы ее можете на моем Boosty аккаунте, не забывайте об этом. Ссылочка в описании. И кстати, хочу вам напомнить про свой новый телеграм-канал. Заходите, там тоже выходит эксклюзивная информация, которую вы нигде не найдете по моему каналу. Ссылочка тоже в описании. Ну и давайте договоримся. С вас 1500 лайков, с меня следующий ролик по пряткам в Майнкрафте, ну или же по Хантер Пису. Все хорошо, договорились. Ну и лучшие 5 комментариев попадут в следующий ролик, не забывайте об этом. Жду от вас самых крутых комментариев. Ну и подписывайтесь на канал, ведь дальше только лучше. А с вами был я, Мигоу, всем счастья, добра и всем пока-пока. До следующего ролика. Пока-пока.